всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Стаканчик, King on Fire. Очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было бабки Гренни. Почему бы и нет? У нас собралось очень много новых подписчиков. Как всегда, если вы хотите сами записывать, заходите в наш Дискорд. Если пить, кушайте, приятного аппетита. А у нас бабка Гренни, оригинальная карта, и пацаны должны все делать по сюжетке. Только я слышу звук колокольчика, я прихожу и убиваю человека, любого, кто мне попадается. Погнали. Все, быстро разбегаемся все. Эй, тарахтит кубиками. Пацаны, вы что, не знаете, нельзя тарахтеть вообще ничем? Тихонько надо, очень. Можно только пердеть. Только... Какой пердеть? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение. Давайте добьем до миллиона. Осталось 6 тысяч. А то, наверное, даже 5 тысяч. Всем спасибо. Я просто буду ходить по карте. Не буду стоять возле двери. Слушай внимательно колокольчик. Очень внимательно слушаем. Слышал! Услышал колокольчик. Стаканчик, извини. Опять услышал. Опять услышал! Да что? Зачем вы наступаете? Мне так нравится, я сижу и просто угораю. Это колокольчик. Наступает кто-то на него на улице. Я видел, это King on Fire наступал. Так, все на картофа находят. Мне так нравится, что вы РПшите. Все четко. Так же ж и надо по РП, а то все бегают. А, картина! Убил картину. А, Серега наш убил и убежал. Ну что ты так делаешь? Ты подписываешь пацанов. Подписчиков замочил. Я знаю, но я попал по тебе. Опять. Это бесконечно будет убийство, да? В конце ролика мы посмотрим, сколько раз вы нажали на веревку. Уже 14 раз. Опять слышу. Серега, не могу попасть по тебе. О, это я. У меня щит. Какой щит? Ты шумел этим щитом. Нельзя. Слушаем. Шуми другим щитом, щит. Извини, чувак, они зашумели. Я не знаю, я все ключи беру и проверяю на всех дверях, которые... Да я щипел! Так аккуратно, я знаю, не, другой наступил. Где ты запряталась? В шкафу сидит. Ну то ладно, ладно, по РПшим, по РПшим. Димас, юхай бэба. Я ваши предметы уничтожаю, кстати. Ты нам облегчаешь работу, Димас. Ой, блин, я уничтожил одну заслонку. Сейчас кто-то зашумит, я убью Серегу, смотрите. Я хожу возле чувака за столом. А теперь ты наступи, давай, я тебя убью сразу. Вот дурачок. Наступил! Сейчас буду болеть то, кто наступает. Вот теперь буду по-честному. Кто наступает, того и мочу. Я увидел. Я увидел. Вы что, молотком перекидываетесь? Серега! Я видел, он наступил. Он наступил. Серега, я буду мочить, вот он наступает. Все по-честному. Теперь я не буду мочить просто так. Так, вот стаканчик идет. Проверим, сможет ли он пройти и не наступить на веревку. Наступил. Так, стаканчика должен выследить. Стаканчик, иди сюда. Бабка Гренни выдвинулась на убийство. А где он, этот подлец?
Нету, нету, нету. Должен найти его. Я тебя найду. Ты что думаешь, что ты спрятался? Я найду тебя. Не, не найдешь. Ты думаешь? Да. А почему ты так думаешь? Я уже к тебе приближаюсь. Потому что я в том месте, где ты не можешь пройти по игре. А я могу на В пролететь. А, по игре, да, не могу. Опа, смотрим, King on Fire сидит. Так, что он будет делать? Ключ, так, что он... Ну, давай, иди куда-то, не? Сышь! Такая тишина. Фишмен. Так, иди, Серега. А ты меня не найдешь. Ой! Увидел, увидел стаканчика, приближаюсь. Так, еще один наступил, теперь двоих выслеживаю. Так. Одного нашел. Убил в голову. Следующий, следующий. Так же, где же стаканчик? Ах ты говнище стакановое. Наступил кто-то. Кто наступил? На улице кто-то наступает. Это я, стаканчик. Зря ты туда зашел. Все, ты оттуда живым не выйдешь. Пацаны, там этот сидит, этот смертник. У меня есть два выхода. Эй! Ты обманул меня! Ах ты хитрый! Так, пацаны, внимательно, внимательно, не наступаем. А где ты вышел? А я не вышел, я сижу в каморке. Так, а я могу поломать что-то? Каморка... О, Серега открывает дверь потихоньку. Я уже одну открыл. Затворку. Так, как если зашуметь, буду мочить кого-то. Стаканчик. О, наступил! Так, идем убивать его. Отвлекайте его, ребят. Блин, это так нечестно же, но это ПРП. Честно, ой, честно. Где он? Беги! Да блин, не могу найти. Я должен найти Фишмана и стаканчика. Стаканчика уже сколько не могу найти дней. Отойди. Фишман готов. Ты видишь, не успел чуть-чуть. Все, Фишмана замочил. Иду дальше искать. На улицу иду, выхожу на улицу. Так, хожу по улице. Возле спауна в полажу. Может, возле спауна где-то прячется? Да, я иду возле спауна. Так, Серега, привет. Здрасте. Ну на крысу, молодец, не шумит. Сейчас наступит, по-любому, я Серегу убью. Так. Говно это, куда говно сувать вообще? Это говно надо засовывать в говно. Я стаканчика нашел, а ты нет. Так я его и так сейчас найду. Серега, молодец, перепрыгнул. Угу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, а там... А я на контр нажимаю и прохожу, поэтому я, тут все можно проходить. Чуть не что на ней, вот. Вот, я на контр нажимаю и прохожу. Вот, анимация, все есть. Кто-то колокольчиком шумит. Кто шумит? А ну быстро признавайтесь. Кто это сделал? Давай, плоскогубцы, сюда. Так, прицеливаемся. Так, так, так. Господи, они упали вот. Так, все готовы, всех убил. Звук, слушаем звуки. Это был ты. Коснулся. Нельзя касаться, нельзя. Еще раз. Повторим. Это был я. Кто? Это мне. Я, стаканчик. Ты троллишь, да, меня? Не-не-не. А где ты? Так, я один провод перерезал. Я могу... О, привет! Ой, блин, не ту кнопку нажал.
чё она не открывается? Блин, я чё затупашил и отпустил его? А где еще провода надо обрезать? Так, вот сюда, вот сюда. Стаканчика не видели я здесь? Спасся. Нет, Димон видел, я спасся. Ребят, кто знает, где еще надо провода обрезать? Так, ага, это Димон. Ага, понял, спускаемся. Привет, как у вас тут дела? А что, ты не можешь вылезти? Тут вода капает, так стрёмно. Так, вообще нифига не видно. Нет. Я вообще не знал, что здесь канализация есть. Здесь по-другому, по-моему, еще можно убежать. Зачем да? Ты наступил, да. Димас, я вообще не знал, что ты меня найдешь. Я вообще не знал, что тут такие места есть. Очень крутая карта. Так, все, стоим. Просто стоим и наблюдаем, что будет происходить. Отходим подальше. Ждем. Сейчас должен быть ловля на живца. Первый должен пойти. Димас меня так и не нашел. А что, взрывай? Ты меня убил, не я тебя? Да, я тебя. А чем ты меня убил? Админским жоповей. А, поэтому ты сказал, что ты типа считеришь. Я понял, все сходится. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.